мальчика тут не видели? Не-а. Он-то куда забрался? Оно вовсе и не горькое. Жил-был на свете мальчик Василек. Были у Василька и папа с мамой, и бабушка. И верный друг жеребенок был. Только дедушки у него не было. Да что ты, Василек, я и удочки-то в руках не держала. Добрый ты, как мой Васенька. Я и есть твой Васенька. Я про деда твоего Василия говорю. Ушел он воевать, а с войны не пришел. Был бы у меня свой дедушка, я бы его тоже лечить научился. А бабушке он на гармонике поиграл. Пойдем деда искать. Не может быть, чтобы на всей земле, на всем белом свете совсем не было бы моего дедушки. Трубачи трубят, трубят поход. Вернусь, сказал солдат, и он придет. Продлится долгий путь, ни день, ни год, а все ж когда-нибудь солдат придет. Продлится долгий путь, ни день, ни год, а все ж когда-нибудь солдат придет. Не встречали? Василия Петрова. Он тоже солдатом был. И на гармошке играл. Нет, нет, не встречали. Thank you.
дедушку моего видели? Василия Петрова? Нет, не видал. Вот и пришли мы с тобой на край света. Дедушку тоже не встречали, Василия Петрова. Василия Петрова? Как же встречал? Сказал солдат, и он придет. Сквозь пламя, дым и гром, всегда вперед. Но в свой родимый дом солдат придет. Продлится долгий путь, ни день, ни год. А все ж когда-нибудь солдат придет. Вот станут дни теплей, растает лед. Не запирай дверей, солдат придет.